Сегодня какой-то там 21 октября, и уже очередная волна бабьего лета. Херсонес сегодня выглядит как весной. Вот. Где-то там летит вертолет, судя по звуку. Там, по-моему, у них это взлетно-посадочная. И я сейчас вот спускалась вот с такой вот метровой длины, такая дорожка. Я такая еще думала, как бы не свалиться в море. И пока я спускалась, я запнулась, а тут хоп, и он такой обрыв. Они тут все время летают, но сейчас уже вроде двоих. Ого! Я такой первый раз. Сейчас же патрулирование Черного моря должно быть. Ничего себе, три сразу, не помню, что было. Два видела. В общем, бабье лето, я не знаю, 20, наверное, минимум. Вот. Но пришлось одеться тепло, потому что вечером начнется. А, ну тут до вечера, кстати, не успеешь. Я не знаю, сколько сейчас закат. Через час, наверное, будет. И уже до 6 он работает. Работать они тут не любят. Допоздна не дают даже посмотреть на подсветку. Выгоняют. На подсветку ночную можно посмотреть только в конце августа. А потом хоп, с 1 сентября у них уже график работы раньше закрывается. Ни одного корабля в море нет. Люди стоят на смотровой площадке. Собор ремонтируют. И идет стройка нового Херсонеса так, что все громыхает.